Четверо против одного. Губернатор ответит на вопросы жителей Свердловской области и ведущих программы. Был матч Россия, да. Россия-Финляндия. В свое время социологи говорили, что после такого проигрыша производительность труда падает на 40-50%. Может быть, и соглашусь с этим. Я считаю, что проигрыш это в первую очередь не из-за сыгранности. Евгений Куйвышев отвечает на острые злободневные вопросы. Олимпиада в Сочи, проблемы с аварийным жильем, ситуация на Майдане, экономика Свердловской области. И немного, но откровенно о личном. Мне бы хотелось узнать лично ваше отношение к празднику 23 февраля. Вы служили? Да, я служил. Где? Я служил на Дальнем Востоке, была учебка, а потом я служил, занимался спортом и представлял вооруженные силы на различных соревнованиях. Собеседники, как постоянные ведущие программы Максим Путинцев и Елена Шевелева, так и новые. Призер Олимпийских игр Ольга Котлярова и директор уральского филиала российской газеты Сергей Салыгин. Программа выйдет в эфир уже завтра. Смотрите «Четверо против одного» в 21:30 на ОТВ. И не забывайте принять участие в интерактивном голосовании, которое, как всегда, будет идти в прямом эфире.